Ну а автором проекта «Музыка для всех», а также «Рисуем все и шахматы» является первый президент Якутии Михаил Николаев. За годы реализации проектов воспитанники детских садов, школ смогли приобщиться к искусству и окунуться в мир шахмат. Продолжит Саргалана Ильина. 80-летию первого президента Республики Саха-Якутия Михаила Николаева в Актемском лицее проводится цикл мероприятий. Первая неделя прошла под эгидой проекта «Рисуем все», вторая неделя – шахматная. Каждый день проводятся шахматные турниры, олимпиады и тематические выставки. Проект «Шахматы» у нас внедряется в рамках урочной деятельности и внеурочной деятельности на основе образовательной программы. И также с детсадовского возраста у нас идут занятия по шахматам, потому что шахматы именно развивают логическое мышление школьников. Шахматные турниры проводятся здесь уже 7-й год. Если раньше турниры проводились одновременно во всех классах сразу, и число участников превышало 100 учеников, в этом году были проведены предварительные туры. Шахматы и шашки имеют два направления. Одно педагогическое направление. Вот когда вот дети с помощью шахмат и шашек начинают учиться лучше и так далее. И у них способности появляются и так далее. И еще спортивное направление. И этим занимаются, конечно, спортивные школы. Вот выявляем среди них таких лучших одаренных детей и стараемся им привить спортсменские качества. Сперва я участвовала в школьных олимпиадах. По подборам меня отправили в Улусный, а потом в Республиканский. Расскажи свои победы. В Республиканский у меня 2 победы. Юбилей именитого земляка Актемский лицей, в котором учатся дети со всей республики, продолжится неделей музыки. Саргалана Ильина, Александр Ярков, НВК Саха, Хангаласский Улус.